Самара по праву носит звание космической столицы России. Первые достижения нашей страны в освоении внеземного пространства создавались именно на самарских заводах. И сегодня город не сдает позиции лидера ракетно-космической промышленности. А главная достопримечательность – уникальный памятник Самарскому Союзу. И музейный комплекс продолжит развиваться, преобразится территория вокруг, появится множество интересных объектов. Первым шагом станет создание скульптурной композиции. Она расположится перед входом в музей. Это будет 7 фигур выдающихся личностей в истории покорения космоса. Сергей Королев, Валентин Глушко, Дмитрий Козлов, Ростислав Зеленев, Леонид Чеченя, Виктор Литвинов и Виктор Лукачев – люди, которые прокладывали дорогу к звездам. Память о них и их достижениях решили увековечить в Самаре. Долго обсуждали концепцию с общественниками. Будет ли это некая стела или же необходимо портретное сходство? Одобрен был реалистичный вариант. Все-таки максимальной выразительности и значимости объекта мы добьемся, если изобразим их с портретным сходством. И не просто их изобразить, а изобразить тематическую сцену, какую-то композицию. Памятник станет символом достижений прошлого и ориентиром для будущего поколения. Он обязательно нужен подрастающему поколению, чтобы, да, видели, что термин «Самара космическая» – это не просто формальное какое-то заявление, это то, за что люди боролись, чего добились и что это заслужено. Это люди во главе стояли. А сколько тысяч, десятков тысяч людей трудились и продолжают трудиться на благо этому. Эскиз скульптурной композиции выберут с помощью открытого конкурса, участниками которого могут стать все желающие. Прием заявок начнут уже в феврале. Итоги должны подвести в конце мая. Финансироваться изготовление памятника будет за счет внебюджетных средств. По итогам конкурса будет понятна сумма. И, собственно говоря, период изготовления. Мы видим отношение меценатов наших, что они все более охотно дают деньги на такие проекты. Мне почему-то кажется, что может все случиться в этом году. Мы будем, по крайней мере, к этому стремиться все вместе. Только этой скульптурной композиции памятная часть комплекса не ограничится. Общественники сошлись во мнении, что достойных людей очень много и в перспективе собираются увековечить и других выдающихся конструкторов и промышленников. Возможно, рядом с Самарой космической появится и аллея космонавтов. Марина Кравцова, Василий Колдашов. События.